так же хорошо дома. Я пришла от подружек и отключилась. Я ушла в 10, пришла в 4, в 5, наверное. И вечером у нас вот такой ужин. Наши птички. Не? Аз тус. Аз лимон. Лимон. Я тоже айран приготовила. Друзья, я пришла домой и отключилась. Спала час, потому что уставшая была. Мари моя сдала экзамен. Приятного аппетита. Решила приготовить сегодня для себя хлеб. Кето хлеб из миндальной муки первый раз. И кокосовым маслом. Что могу сказать, вкусно. Ну, пахнет очень яйцами, когда жаришь. Оно испеклось у меня на всю квартиру яйцами. Смотрите, какой мягенький. Разрыхлитель сюда входит. Смотрите, сейчас я вам расскажу. 6 яиц. Но я взяла 5 огромных. Взбила миксером. Не очень долго, 5 минут. Добавила растопленного кокосового масла 50 мл. 50 грамм. Отдельно смешала 50 грамм миндальной муки и 25 миллиграмм псиллиума. Пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, гималайская соль у меня. Потом то взбила, это взбила, помешала и оставила. Потом перенесла в эту форму, надо другую мне тоже купить. Ну какая есть, какая разница, да? Вот испекла, и когда запекалась, яйца пахали. Сейчас решила попробовать. Вот смотрите, кушаю. Что могу сказать? Пахнет яйцами очень сильно. Омлетом и кокосовым маслом. Но на самом же деле это не омлет, а посмотрите, настоящий хлеб, такой мягенький, смотрите. Ну, лучше, конечно, хлеб из хлеба из пшеничной муки, но это тоже неплохо. Я говорю правду. Сегодня я приготовила, вы знаете, я съела кусок своего хлеба, и мне уже не хочется ничего. Я сегодня приготовила себе спагетти из кабачков, вот такое, но все вкусное, с моцареллой, со сливками. Вот, 2 ложки, думаю, достаточно, потому что я почему-то насытилась. У меня с мясным фаршем, сливки, моцарелла. Так, дальше у меня что здесь есть? Одно яйцо, я сегодня яйца отварила мужу, но он не покушал. Поэтому яйца я поем, яйцо одно. Как тянется от моцареллы. Зелени у меня салата нету, очень странно. Сейчас аж к ему говорила, чтобы он пошел в магазин. Покушаю я мою капусточку. Вот лимончик, не знаю, лимончик тут что-то не нравится на вид, надо выбросить. Птички наши поют. В общем, я как-то так покрасила сегодня волосы, покажу сейчас вам. Привет, мои лапусечки. Покрасила я волосики. Убрала их. Так хорошо отпускать кудри. Такую жару. Ну вот сейчас я буду кушать. Чавкать буду перед вами. Кому-то нравится, кому-то нет. Сейчас прочитала комментарии. Люди, которые хотят разобраться в моем бизнесе, придумывают какие-то басни вообще. Если вы не хотите, я вас не заставляю, но немножко подумайте, и вы говорите, вы занимались бизнесом. Вы не занимались таким бизнесом. Такой бизнес появляется сейчас, последние года. Это совсем другой бизнес, мои дорогие. Не хотите, не надо. У меня нет времени и желания вас уговаривать. Тот, кто понимает, тот, кто думает наперед, тот уже в моей команде и стучится в мои двери. Ну, я не собираюсь вас заставлять. Я только даю вам возможности сеять семена. Где-то оно взрастет семя, где-то нет. Кто-то станет счастливее, кто-то несчастным.
от того, что не воспользуются моей возможностью. Так что это ваше право, пожалуйста, не нервничайте. Я никого под прицелом не заставляю ничего делать. Накопить инвестиции, это значит собрать бесплатные инвестиции. Я вам разжевала все и положила в рот. Если вы не соображаете, не хотите со мной связаться, а пишите мне там, пишите, значит, вам мой бизнес точно не нужно, вы там не сможете проявиться, ну и у вас нет желания, скорее всего. Всем привет, мои дорогие! Сегодня я иду, сейчас я, подождите минутку, смотрю на себя, как я выгляжу. Так, вроде бы ничего, культурно. Сегодня мы идем на свадьбу. В час дня мы идем на свадьбу. И на нашу фотосессию я сама сделала макияж. Ну, не знаю, вроде бы вот так вот я выгляжу, смотрите. Девочка меня внизу уже ждет. Ой, зашла я в лифт. В час дня. Такую свадьбу еще не видела, в основном свадьбе же вечера. Шляпс не взяла, ничего не взяла, волосы распустила. И вот я иду в таком коктейле платьице. Ну, посмотрим, как я вам выгляжу. Как я выгляжу. Пришли мы на свадьбу с Сашкой. Такая жарища всем утра. Здесь прохладно. А что там ела? Kahveme. Her şey satılıyor. Mutfak olsun, her şey. Bir de uygun. Ne demek istiyorsun? Mutfak alacağız şimdi. Mutfak alacağız. Вот. Что накрыто на турецких свадьбах. Водичку. Очень полные столы. Ну, мы привыкли с Ашкимом, да, Ашким? Невардию Масада, да. Без халитык, алыштык. Алыштык. Там жених с невестой. Та сторона, наверное, невеста. Капалы кыс, а? Гелин капалы мы? А, капала закрытая девочка. Смотрите, какой красивый. Будем танцевать на сухую, друзья мои, на сухую. Детки гуляют, но мы еще рано пришли. We'll be right back.
Невеста вся в золоте. Мы пошли, друзья мои. Такую фотографию нам сделали страшную с мужем. 100 лир взяли. А мы же такие красивые с ним. Туфельки, он говорит, вот тебе, говорит, зачем покупать на каблуках? Ты никуда не носишь их. Ты, говорит, сможешь на набережной не ходить? Я говорю, конечно, нет, я такие выбрала. Вот и все сводится к одному концу. Вот эти купила я. Сколько лет я их ношу. Но одеваю очень редко. Действительно, в Мерсине не находишься на каблуках. После свадьбы мы сбежали с Ашкымом, знаете, куда? В Саяпарк. И Ашкым мне купил что-то хорошее для себя в маме. Смотрите, целый пакетик. Дома покажу вам. На меня все смотрят, девочки, продавщицы, так ласки. Все приносят, приносят, а он не может отказать. А сейчас зашли в магазин обуви. Терджан или Терган. И нет ничего такого, чтобы прямо ёкнуло. Да, что? Да. Я сказала, давай посидим, потому что я так давно не выходила на каблуках. Ноги ноют. Как они, как... А раньше, друзья, я всю жизнь ходила на каблуках, а сейчас не могу. Мой образ резко поменялся, потому что я купила себе в Апекюль вот такие босоножки. Я видела их, смотрела на странице, а когда я одела, я поняла, что это мои. Сразу по-другому, да, стала смотреться. Удобная колодка. Какая Светлана хозяйка? Я пью кофе, потому что мне что-то не хватило кофе. Тантуни пожарила мясо быстро на ходу. Посмотрите. Мы любим с Ашкымом тантуни. Мексик. Кашик. Ашким, йогурт. Я иран япти. Угу. Я сделала тоже айран. Вот. Ашким, чорба истер суисы? А, чорба. Чем ты софраги ты ридем? В общем, друзья мои, вот такой у нас сегодня день. Вот так приходит, так проходят турецкие свадьбы, и мы после которых дома кушаем. Все, приятного нам аппетита!